Крупнейшая специализированная выставка «Казахстан Security Systems» собрала в эти дни передовые технологии в столице. Свои современные решения направлены на охрану и безопасность как промышленных, так и стратегически важных объектов, представила компания CBRN Centro. К примеру, бесконтактное оборудование для нейтрализации отравляющих химических веществ. Сейчас до сих пор многие используют ручной метод, который вредит здоровью. Масштабная выставка «Казахстан Security Systems» собрала все новинки систем безопасности. Крупный поставщик в области вооружения, средств радиационной и биологической защиты компания CBRN Центры представила уникальные комплекты. Среди них детектор на радиацию, прибор химической разведки, который уже используется казахстанской армией, а также оборудование для бесконтактного 100% уничтожения опасных веществ. Я был командиром взвода специальной обработки, и мы протирали таким образом танки. Жара, Казахстан. Мои бойцы через 30 минут просто пытались упасть в обморок, потому что это очень трудоемкая работа. А современные технологии позволяют проводить обработку, не соприкасаясь. Компания работает только с известными производителями из Великобритании, Германии и Италии. В планах развивать собственные центры по обслуживанию. Очень хотели бы, чтобы у нас в Казахстане мы развернули специальные центры по обслуживанию наших приборов. Мы хотели бы знакомить наших потенциальных заказчиков с самыми передовыми технологиями, которые существуют в мире в области обнаружения, нейтрализации радиационных, химических и биологических угроз. В итоге на выставке удалось выстроить диалог с потенциальными заказчиками, а также показать и увидеть новинки в области вооружения, ведь мир не стоит на месте. И это хороший способ сверить часы в сфере качественных технологий. Ирина Панфилова, Ардак Сагидулла, «Новое время».